меня там спрашивают, человек, который смотрит за игрой, он, короче, имеет ли право вмешиваться там, если видит что-то. Я просто знаю, когда двое играют или курица играет, никто не имеет права вмешиваться, вообще никто. Тишина, если кто-то там подсказал в лес, это пиздец. А сейчас, когда придумали этих смотрящих всякую хуйню, они от себя выдумывают разную хуйню. Это такая хуйня хитрая. Сегодня кум вызовет его и продиктует, чтобы что-то навязывали, и все будут навязывать. Лишь бы у людей не было желания играть. Вот и все. Я просто говорю, что нигде не встречал такого смотрящего за игрой. При мне этого не было. Я не видел. Где я не был, в Златоусте был, видел игру там. Такого понятия не было, чтобы кто-то смотрящий был за игрой. Когда возникает какой-то спор, обращается к одному, ко второму, к третьему. Ну, у меня с тобой возник спор, мы с тобой договорились, давай обратимся туда-то. Это мы делаем своего рода ставку. Мы обращаемся, ты соглашаешься, мы идем, спрашиваем. Это уже ставка. Какой ответ получит, так и должно быть. Все, раз мы совместно обратились, это вопрос закрыт. А сейчас, когда слышу какие-то смотрящие за игрой, еще прочее, канитель. Это все говно. Для чего? Для того, чтобы игры не было вообще. Чтобы у людей отбивать охоту. Нахуй это играть, если какие-то смотрящие, и что-то они там куда-то влазят, что-то подсказывают, что-то пресекают. Это все, этого всего не должно быть и не может быть. Вот и все. Когда двое или курица играет, никто не имеет, кто бы ни был, он может смотреть, но не влазить. Что-то подсказывать, это пиздец, строго запрещено. Не дай бог пиздец. Вот такая канитель.